Еще в кембрийском геологическом периоде в глубинах Мирового океана появились первые хищники. Некоторые из них забрались на самую вершину пищевой пирамиды. Есть мнение, что некоторые существа вышли из воды, чтобы спастись от этих сверххищников. Но эволюционная гонка вооружений продолжилась и в новых условиях существования. Через какое-то время появились существа, которых смело можно назвать хозяевами доисторической суши. В этом выпуске мы расскажем о таких животных и постараемся понять, все ли они были хищниками. Или для того, чтобы править планетой, не обязательно поедать всех вокруг. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров», и вы будете первыми узнавать о выходе новых роликов. Также мы просим наших зрителей делиться своим мнением в комментариях и активнее поддерживать создателей канала при помощи лайков. Ваша активность поможет в продвижении роликов по алгоритмам площадки и даст возможность увидеть их другим любителям науки. Каменно-угольный период можно смело назвать царством членистоногих. Предки современных пауков и скорпионов, еще недавно наводившие ужас на подводный мир, стали активно завоевывать сушу. Многие амфибии и только появляющиеся рептилии были легкой добычей гигантских пульмоноскорпионов. В то время насекомые имели довольно внушительные габариты. Это связано с большей концентрацией кислорода в атмосфере. Дыхательная и кровеносная системы членистоногих в этих условиях могли работать более эффективно, чем сейчас. Это давало возможность обеспечивать кислородом таких крупных существ. Пульмоноскорпион, или пульмоноскорпий, по последним данным, мог иметь длину тела до 70 сантиметров. При этом он не мог похвастаться большими клешнями. Считается, что в охоте эти хищники больше полагались на свое ядовитое жало. Клешни чаще использовались для того, чтобы разделать беспомощную жертву. Обитали эти охотники на территории Шотландии примерно 338 миллионов лет назад. Описаны они были в 1994 году палеонтологом Эндрю Джеромом. На стыке каменно-угольного и пермского периодов в Европе и Северной Америке обитало еще одно гигантское животное. Это была многоножка длиной до 2,5 метров – артроплевра. Правда, по поводу ее размеров ученые пока продолжают спорить. Но даже если артроплевра была в 2 раза меньше, то все равно ее внешность и длина внушают уважение. В любом случае, вид гигантских многоножек, называемый артроплевра армата, является самым большим беспозвоночным сухопутным животным за всю историю планеты. Все найденные окаменелости этого существа имеют возраст от 315 до 290 миллионов лет. Считается, что весили эти бронированные гиганты до 50 килограммов. Маловероятно, что у них было много естественных врагов. Тело было защищено множеством сочлененных между собой пластин. Каждая пластина закрывала один из сегментов тела с парой ножек. При таких размерах многоножка имела от 112 до 128 ног. Самой большой загадкой для ученых до сих пор остается рацион питания артроплевры. Дело в том, что не обнаружена ни одна окаменелость с отпечатком ротового аппарата этой гигантской многоножки. Есть мнение, что все найденные останки являются частями сброшенных внешних скелетов. Как и многие ее родственники, артроплевра по мере роста сбрасывала старую броню и обзаводилась новой. Но все равно ученые считают, что эти существа обладали крупными и мощными жвалами. Правда, скорее всего, питались они в основном растительной пищей или падалью. Охотиться на более мелких животных могли разве что взрослые особи. Также считается, что артроплевры могли выполнять функцию современных бабочек. Во время движения многоножки через заросли она задевала растения, и их споры падали на землю или спину животного. Так растения того времени могли расселяться по разным местам. Но в пермском периоде климат на планете стал стремительно изменяться. Членистоногие уступили свои позиции. Главными хищниками и самыми большими травоядными стали так называемые звероящеры или синапсиды. Еще в конце карбона они практически ничем не отличались от своих родственников – диапсид. Основное различие состояло в количестве височных отверстий в черепе. Как следует из названия, у диапсид их было 2, а у синапсид – 1. Эти группы в своем эволюционном развитии пошли по совершенно разным путям. И если бы не великое пермское вымирание, то ни о каких динозаврах никто бы и не знал. Синапсиды на долгие миллионы лет стали настоящими хозяевами планеты.
они обзавелись развитым челюстным аппаратом и стали теплокровными. Их конечности стали располагаться почти под туловищем, а не по бокам от него. Это сделало их более быстрыми и проворными. Считается, что у самых поздних звероящеров уже наметились предпосылки к переходу от откладывания яиц на живорождение. Также некоторые из представителей этой группы были покрыты шерстью. Все эти признаки давали синапсидам хорошие шансы на дальнейшее развитие. Менее развитые хладнокровные диапсиды были отодвинуты от богатых пищевых ресурсов и обитали в пустынных и полупустынных зонах. Среди наиболее крупных и сильных животных того времени можно выделить несколько довольно интересных групп. Наиболее ранними представителями являются биармазухии. Эти примитивные звероящеры, как и многие другие хищные синапсиды, относятся к отряду терапсид. Они обитали на планете примерно 267 миллионов лет назад. Их останки обнаружены в России, на территории Пермского края, Удмуртской республики и Архангельской области. Описан биармазух в 1960 году Петром Чудиновым. Часть исследователей относит его к горгонопсам, часть — к дейноцефалам. Длина этих хищников не превышала 1,5 метра. Они, как и многие другие плотоядные звероящеры, имели удлиненные верхние клыки. По сути, именно подобные существа стали первыми саблезубыми хищниками на Земле. Некоторые признаки говорят, что они могли вести полуводный образ жизни. Возможно, они были быстрыми и подвижными стайными охотниками. У зрителей может возникнуть вопрос: почему такие небольшие звери могут называться хозяевами суши своего времени? Отметим, что в пермском периоде не было по-настоящему гигантских животных, и даже такие небольшие звери могли быть доминирующими хищниками в своей зоне обитания, тем более если они жили стаями. Но среди ученых регулярно возникают теории, что биармазух — это не отдельный вид животного, а подростковая стадия развития более крупного существа. Это существо назвали эотитанозухом. Его длина могла достигать 4 метров, вес превышал 100 килограммов. Если биармазухи занимали экологическую нишу современных волков или шакалов, то эотитанозух был самым настоящим суперхищником. В данный момент в распоряжении ученых имеется всего один неполный скелет этого гиганта. Он найден в тех же местах, где обитали биармазухи, в деревне Ежово Пермского края. Вблизи этого же населенного пункта найдены останки существ, которые, скорее всего, были основной добычей биармазухов и эотитанов. Это травоядное животное получило название эстемминозух. Описал их всех в 1960 году все тот же Петр Чудинов. Описанные им два вида животных впоследствии были признаны одним видом, просто более молодые особи не имели ярко выраженные выросты на голове. Но все равно в классификации этих травоядных сейчас присутствуют два вида – эстемминозух уральский и эстемминозух удивительный. Если верить современным реконструкциям, то выглядели эти существа на самом деле удивительно. Представьте себе 4-метрового бегемота с клыками и наростами на голове. Эти наросты располагались как на макушке, так и по бокам морды животного. В некотором смысле они напоминают воротники появившихся позже трицератопсов. Боковые наросты на черепе эстемминозухов делали их головы одинаковыми в длину и в ширину. Эстемминозухи являются представителями другой группы синапсид – диноцефалов или дейноцефалов. Большинство из них были хищными или всеядными животными. По меркам пермского периода среди них попадались настоящие гиганты. По оценкам некоторых исследователей, самые крупные представители этой группы в длину могли достигать 5 метров, а весили около 2 тонн. Типичным представителем подотряда дейноцефалов был дейтерозавр. Он обитал в Приуралье и в Сибири. Первые находки сделаны на территории Башкирии в середине 19 века. Описал это животное российский естествоиспытатель немецкого происхождения Эдуард Эйхвальд в 1860-м. Судя по строению зубов, этот дейноцефал не был ярко выраженным хищником. По сути, он в сибирских экосистемах пермского периода выполнял функцию современных медведей. При длине тела до 2,5 метров и наличии мощных челюстей он был полноправным хозяином сибирских лесов своего времени. Считается, что все дейноцефалы оказались тупиковой ветвью эволюции и не оставили потомков. Но настоящими хозяевами суши пермского периода являются появившиеся примерно 259 миллионов лет назад горгонопсы.
Этот подотряд насчитывает более 20 родов. Его представители обитали на территории современных Европы, Азии и Африки. Среди них были как совсем небольшие животные, так и самые крупные хищники своего времени. Этим необычным животным на нашем канале посвящен отдельный выпуск. В нем вы сможете узнать, почему горгонопсиды стали самыми совершенными хищниками своей эпохи. После пермского вымирания хозяевами планеты почти на 200 миллионов лет стали гигантские рептилии. Несомненно, правителями суши стали динозавры. В разных уголках Земли и в разные геологические периоды главными хищниками были крупные хищные тераподы. Это были животные, которые перемещались на двух ногах и обладали мощными челюстями. Тераподы поменьше охотились стаями и представляли серьезную угрозу для многих травоядных. Правда, самые крупные из них появились только ближе к завершению мелового периода. Среди самых страшных хищников эпохи динозавров можно отметить следующих. Кархародонтозавр – род североафриканских теропод из позднего мелового периода. Они имели длину более 13 метров и весили до 15 тонн. Гиганотозавр обитал в Южной Америке примерно 97-98 миллионов лет назад, вырастал до 13 метров в длину, возможно, охотился в составе стаи. Спинозавр имел в длину до 15 метров и массу более 7,5 тонн, обитал в Северной Африке от 112 до 93 миллионов лет назад, с большой вероятностью был рыбоядным. Тиранотитан. Еще один представитель Южной Америки имел длину более 12 метров, рост до 4 метров и массу около 5 тонн. Также в этот список можно включить мапузавров, карнотавров, торбозавров и еще десятки наиболее крупных хищников. Но самым грозным из них остается тиранозавр. Некоторые тераподы имели большую длину или рост, но тирекс был самым массивным из крупнейших хищников эпохи динозавров. Хронометраж этого ролика не позволяет подробнее описать каждого из этих уникальных динозавров. Все они неоднократно были героями других выпусков нашего канала. Правда, не стоит при этом забывать и о других гигантах эпохи динозавров – завроподах. Эти длинношеи динозавры тоже могут претендовать на звание хозяев доисторической суши. По всем параметрам они превосходили самых больших хищников того времени. И очень сомнительно, что на взрослых здоровых особей аргентинозавра или патаготитана кто-то из тераподов активно охотился. Наверное, эти многотонные гиганты даже не особо интересовались тем, что происходит у них под ногами. Схожая ситуация наблюдается и сейчас. В африканской саванне нет более грозного хищника, чем лев, но нападать на взрослых слонов львиный прайд будет только если почует, что добыча уязвима. Поэтому дожившие до зрелого возраста слоны в силу своей неуязвимости могут чувствовать себя такими же королями суши, как и крупные хищники. Отдельно скажем о такой группе животных, как крокодиломорфы. Их нельзя в полной мере считать повелителями суши, но уж название хозяев древних пресноводных водоемов сложно найти более подходящих представителей. Например, на территории Африки и Южной Америки в конце мелового периода такими сверххищниками были саркозухи. Эти гигантские крокодилы вырастали до 9 метров и весили 2-3 тонны. В Северной Америке были свои крокодиломорфы – дейнозухи. Они имели длину до 10-12 метров и весили до 8,5 тонн. Правда, мелпалеогеновое вымирание удалось пережить только самым маленьким видом крокодилов. Но и сейчас их потомки наводят ужас как на животных, обитающих вблизи водоемов или в воде, так и на людей. После исчезновения динозавров на короткое время самыми грозными хищниками стали гигантские нелетающие птицы – фараракосы. Самые крупные представители этого семейства обитали в Аргентине от 13 до 20 миллионов лет назад. Они имели рост около 3 метров и весили до 300 килограммов. Эти птицы бегали ничуть не медленнее, чем небольшие копытные, и могли наносить своим массивным клювом очень серьезные раны. Затем практически по всей планете верхние ступени пищевой пирамиды стали занимать млекопитающие. Это были саблезубые тигры, гигантские короткомордые медведи, плотоядные свиньи, энтелодонты и многие другие хищники. Среди травоядных гигантов можно вспомнить мамонтов и шерстистых носорогов, гигантопитеков, а также индрикотерия – это самое крупное наземное млекопитающее в истории. Долгое время пресмыкающиеся пытались конкурировать с млекопитающими за звание главных хищников планеты, особенно это удавалось им в Южной Америке и Австралии. В
качестве примера можно привести гигантскую змею Титана Боа и огромного варана Мегаланию. Титана Боа обитали на территории современной Колумбии 58-60 миллионов лет назад. Эти змеи имели длину до 13 метров и весили более тонны. Мегалания обитала в Австралии в период от 1,5 миллионов до 40 тысяч лет назад. Теоретически, этот варан длиной 5,5 метров и весом до полутонны мог охотиться на первых людей, заселивших континент. Тогда у легенд о драконах сразу появляется еще один возможный источник. И сейчас в Южной Америке встречаются достаточно крупные анаконды, которые могут быть потомками Титана Боа. А на нескольких островах Тихого океана обитают комодские вараны, которые до сих пор остаются там самыми опасными хищниками. Сейчас самыми крупными наземными хищниками в разных регионах являются полярные медведи, а также бурые и крупные представители семейства кошачьих. Среди травоядных большими размерами отличаются копытные животные – слоны, носороги, жирафы, лоси, буйволы. Но самую вершину пищевой пирамиды сейчас занимает самый опасный и жестокий хищник – человек. Этот странный примат не отличается ни большими размерами, ни огромными клыками, но ни одно из современных живых существ не способно конкурировать с ним на равных. И даже огромные монстры из эпохи динозавров или более поздних эпох вряд ли могли бы победить людей на сегодняшнем уровне их развития. При этом человек не способен, в силу особенностей своей эволюции, подняться над всей этой суетой, как гигантские завроподы или эндрикотерии из прошлого. Жестокость и ненасытность заложены в него природой, и он не может вести себя по-другому. Мы благодарны зрителям, которые досматривают наши ролики до конца. Если вам интересно узнать об описанных существах более подробно, то обратите внимание на другие материалы на нашем канале. Также в наших роликах вы узнаете о взаимоотношениях человека с природой и о проблемах современного человеческого общества.